достается девочка Чихуахуа, Марине Стик, Хейли Хэппи Лайф. Возраст 3 месяца и 1 неделя, вес 400 грамм. Девочка очень курносенькая, редкого лилово-палевого окраса, с шоколадным носиком, с шоколадной масочкой, с шоколадными пяточками лапочек. Родилась от шоколадной мамочки и шоколадно-соболиного папочки. Девочка вырастет маленькая-прималенькая, на подушечку для любви и для ласки. Также у нашей девочки есть братишки и сестренки, которые тоже продаются. Черная длинношерстная. А вот мамочка, братик и сестренка, которые очень обижают маленькую Лялечку. Черная длинношерстная девочка в 3 месяца весит 1,350 кг. Идеально подойдет для выставок и разведения. Очень правильная по экстерьеру, курносая, с ровной спинкой, отличными углами. И шикарный мальчик, черный с белым, безупречного экстерьера, красоты, характера, шикарно стоит в стоечке, курносенький, детишки без брака, зубки 6/6, веселая, активная. Это шоколадная мамочка, да. Это Мари Мистик Хелен, Queen of the Night. И мальчик Мари Мистик Хилтон, Шериф Шивава. Деткам 3 месяца и 1 неделя. Мальчик вырастет некрупный. Возможно, 1,8 кг, может быть, 2 килограмма. Идеальный вес для мальчика для выставок и разведения. Прекрасно стоит в стойке, послушный ребенок. Но сестренку они обожают мучить, закусывать. Невозможно же даже ребенка опустить на пол. Вот такие замечательные, веселые ребятки ждут самых любящих родителей. Приучены к пеленочке. У нас вот такие в питомнике используются многоразовые пеленочки, на которых стоит шоколадная мамочка. Они 4-слойные, их можно стирать, кипятить. Очень удобно. Девочка энергичная, темпераментная. Мальчик поспокойнее. Приходите, выбирайте себе самого-самого любимого, единственного и неповторимого питомца.